Когда Джейк Робинсон получил диплом MBA в высшей школе Дарден при университете Вирджинии 2 года назад, он, как и его одноклассники, мог бы одеть деловой костюм, галстук, дорогие ботинки и стать банкиром или консультантом. Но Джейк не хотел быть просто модным парнем, как все. Он романтик. На видео он объясняет, что пока его однокашники медленно загибаются от недостатка витамина D, он построил катамаран с двигателем для походов по морю. А чтобы время не было потрачено вхолостую, то еще немного средств Джейк вложил в оснащение своего судна большими светодиодными экранами размерами 5 на 15 метров. Рекламное светодиодное панно выдает при таких размерах 89 600 пикселей, что позволяет рекламировать пиво, пиццу и свадебные церемонии. Джейк говорит, что наружной рекламой на своих судах занимаются многие, но его рекламный катамаран – самое современное и видное судно. И оно имеет неоспоримое преимущество перед другими кораблями, а также парапланами, яликами и буйками. Неторопливо, со скоростью 8,6 узлов, он обходит бухту в течение 6 часов каждый день. Целевая аудитория Джейка – это приблизительно 273 тысячи человек, которые ежедневно скучают на пляже. И корабль в настоящее время очень востребован рекламодателями. И даже стоянка превращается в рекламу, пока катамаран стоит на пристани. Когда об успехе Джейка узнают его бывшие сокурсники, они говорят: «О, мы тоже должны были инвестировать деньги в подобное». Но он первооткрыватель, и рынок, пожалуй, закреплен за его детищем.